Дорогие наши женщины, мамы, закрывающие грудью слез своих детей, сестры, оплакивающие своих братьев, маленькие девочки, внучки и доченьки, всех поздравляю с большим праздником весны 8 марта. Несмотря на нечеловеческие условия и сумасшедшее, катастрофическое неприятие чужих жизней, сегодня мы все равно живем. Мы живем на своей земле, мы живем в своем городе, мы сопротивляемся как можем, мы создаем условия для близких людей, мы помогаем людям, которые не могут себя сегодня обеспечить. Призываем вас, пользуясь случаем, не оставляйте равнодушным, не будьте равнодушными, не оставляйте никого в беде. Сегодня каждый нуждается в своей помощи, как наша животная экопарка, так и ваши соседи, как люди, сидящие в подъездах, люди, сидящие в бомбоубежищах. Я понимаю, не до праздника. Давайте все вместе сделаем праздник. Каждый по-своему, каждый то, что может. Еще раз с праздником, дорогие мои.